Всем привет, вы на канале IT-доктор. Данный канал для начинающих веб-разработчиков и этот видеокурс о языке HTML. Наверняка вы замечали, что сайты в целом созданы по такой схеме. У сайта есть шапка. Назовем ее шапка сайта. Также дальше идет тело сайта. И создадим последний наш элемент. Это подвал. Практически все сайты состоят из данных элементов. Конечно же, они могут немного отличаться. Может быть, меню слева, справа и какие-то другие элементы. Но в основном у сайтов всегда имеются эти элементы. Это структура сайта. И специально для этого существуют определенные теги. Давайте я здесь вам запишу их. Тег header. Это тег для создания шапки сайта. Тег section. Он позволяет нам создавать секции, такие разделы, их может быть много. Тег footer. Это подвал сайта. Конечно же, тело сайта заключено в тег body, но внутри мы можем разделять сайт еще на какие-то логические фрагменты и заключать их в тег section. Это никак не отображается на внешнем виде, но позволяет нам в дальнейшем оформлении сайтов с помощью CSS. И, конечно же, эта информация необходима для поисковых систем, чтобы понимать, как устроен наш сайт, и, конечно же, это упрощает им работу. То есть нужно для SEO-оптимизации. Сейчас, конечно же, мы не вдаемся в подробности, что такое SEO и как вообще его проводить, но, тем не менее, я буду вам давать какие-то рекомендации, как лучше поступать, и советую вам их использовать, потому что в дальнейшем, когда вы будете уже создавать сайт, у вас все будет изначально правильно, а не придется потом переучиваться и переделывать какие-то вещи, которые вы сделали неправильно до этого. Поэтому будем учиться делать правильно сразу же. В принципе, это был такой экскурс в структуру самой страницы. Дальше мы рассмотрим каждый из этих тегов подробнее, поэтому переходите к следующему видео и ознакомьтесь с этими тегами. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч в следующих видеоуроках.